Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Мы проводили Светлану с ребятишками на автовокзале у нас в районе. Домой они поедут. Мы заехали в магазин. Здесь вот распродажа, ликвидация. В общем, нам нужно приобрести картину. Тут картины. Большие прям такие. У Светланы автобус 12:40. Ну, пока билет сейчас возьмут. Еще вот такие вот есть картины. Здесь поменьше. Там часы. Блин, блин. Что? Не ловит? Нет, она не берет. А, ну звони на другой номер. Я на эту звоню, которая у нее всегда с собой. Саша пытается Титане дозвониться, чтобы определиться, какую картину выбрать. К нам женщина подошла, сказала, вот эта вот симпатичная. Сейчас поближе. Я сейчас вам на WhatsApp отправлю картины, выберите, потому что мы в магазине. Выберите какую. И, они по 200 все идут. Они стоили по 2700, сейчас распродажа, вот по 200 у них продают. Сейчас я вам на WhatsApp отправлю, а? Большой магазин. Он очень-очень большой. Все, немножко потом пройдусь. А вот это прям как у Болтани, да? Ну, или... почти похоже. Да, мне кажется, такой. Домик в деревне, который ты имеешь в виду, да? У вас какие красивые. Здесь отдел посуды. Там детский отдел, игрушки, куклы. Ванна оцинкованная 1100. Раньше в таких мы стирали. Было время. Умывальники. Пока Титания сейчас выберет на подарок. Тоже детский отдел, люстры. О, прикольные столы. Стул для кормления. Симпатичные. Что у них цена? По 2800. Ну, как бы для района, для отдаленности от города. 100 с лишним километров, в принципе, необходимо и многое что есть. Ты, Таня, выбрала картину. Она на свету вообще шикарно смотрится, да? Вообще красота с лебедями. Все, пошли в машину. Надо Светлане позвонить. Сели они там, нет? Сейчас еще в пару мест заедем. И уже будем выезжать в сторону дома. На улице сегодня хорошо, 18 градусов. Я, правда, в легкой ветровке. Саша у нас, как всегда, раздетый. В магазине. В магазине? Что, тетя Света тебе чупа-чупс купила? Да. И шарики. Мыльные, мыльные... И желейку. И желейку еще брала. Ой, мыльные пузыри тетя Света тебе купила. Ой, какие красивые. Ой, какие красивые. А где тетю Свету-то потеряли? Где она? На улице. На улице? Вытащи чупа-чуп со рта, когда разговариваешь. Звезда красная. Мама, вся. Кушать они пришли на обед.
Спасибо-то сказала? Спасибо! А тебе где-то нету. Ну, она там сказала тебе Свете спасибо? Да. В магазине здоровалась? Она и тетка дала до подруги спасибо. Да? Ну, слава Богу. Саша ездил по делам, в общем, и Сашу Андрей угостил вот такими карасями большими. Ну, для нас это, конечно, много, но мы поделимся. Сейчас почистим себе. Они прям такие большие, еще живые. Больше похожи на этого, сазана. Еще темный цвет такой у него. Он какой красивый. С икрой, наверное, там. О, какие красивые прям. Свеженькие. И они все почти один к одному. Опа, вот они. Сейчас будем с Юлей чистить, жарить и кушать. Сколько я люблю? Люблю в рыбе колупаться. Всем доброй ночи, да, наверное. Ну, у кого, конечно, в какое время будет просматриваться наш ролик. Всем вам привет еще раз. Почистила я рыбу. Оставили мы себе ровно 6 штук, потому что дети у нас не едят. Саша, ну, не особо любитель. Он любит только ловить. А мы с Юлей... Подсветку надо было включить эту. Я немного помню. Я включи лампу, это не видно. Пошла, предложила рыбу нашим соседям со второго этажа. Сказала, что с нами поделились. Для нас это слишком много. А они нам взамен угостили домашних яиц. В общем, я в бидон пошла относить. Положила им туда сюрприз, чтобы пустой бидон вечером не отдавать. Спасибо огромное за домашние яйца. Сейчас в холодильник уберу рыбку. Будем жарить уже, скорее всего, завтра, послезавтра. Я ее сейчас в холодильник отправлю, заморожу. Две попалось с икрой. Приехали на металлокассу. То, что в огороде был, там алюминий, немножко меди. В общем, сдали. И чуть позже вам покажу, на какую сумму и почем посчитали. Вот. А, ну давай сейчас покажем. Так, а где? Получается, алюминий бытовой. 38 килограмм 100 грамм по 118 рублей посчитали. Так, лом меди было 800 грамм по 550 на 440. Ну, почти 5000, получается, заработали. Очень много. Очень... За уборку своего огорода заработали 5000. Да, нет, не 5000. Еще плюс мы железо. А, еще плюс металл, железо, тоже на почти 5000 там было. Да, мы сдали у нас, ну... То есть, ничего себе, 9000 мы заработали за уборку участка. Почему? 10 тысяч. Ну, 10. Еще 10. У Саши там деталь мужчина купил отдельно за 500. А, ну да, да, 4 да. 400 вышел, железо вышло. Ну и плюс вот сейчас. Ну да, 10 тысяч заработали. Без 200 рублей. Без 200 рублей. У нас тучи, дождик, наверное, будет. Или ветром разгонит. Очень много вообще приезжают сдавать. Разных возрастов. Ну, металл все дешевеет, каждую неделю все дешевеет, дешевеет. Да, дешевеет. Ладно, мы поехали за запчастями, увидимся с вами чуть-чуть позже. Всем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Мы, Саша, недавно ездили через Марьяновский район, там дорог практически нет, и пробили мы глушак. Начали искать гофру, в наличии нашли только в одном магазине, так под заказ. Цена ее 1300-1400, где на сайтах, а заехали в один магазин, в общем, была в наличии только одна, 946 рублей. Еще Саше сказали, как так повезло, и что только она одна была в наличии, вас ожидала. Саша договорился у нас в поселке на СТО приехать, ну, приварить этот гофру глушак, и чтоб не орала машина, как сумасшедшая. В общем, записался, сейчас домой приедем, он поедет установить. Заехали мы с Сашей перекусить. Я взяла себе чай с лимоном. Камера, не подводи, на старый телефон снимаю. Взяли Саша с бараниной, взяла или с говядиной? Бараниной. Бараниной, а я себе с курицей и плов. И Саша плов с бараниной. С бараниной, с салатом.
В общем, вот так вот тут все чистенько, красиво. Сейчас мы перекусим и поедем дальше. 2 часа до дома еще. 2 часа еще до дома, да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я взяла вилку, хотела взять салат. Потом передумала, думаю, не войдет. Саша говорит, зачем вторая вилка? Потому что я буду тогда себя не очень хорошо чувствовать и спать захочу. Если переем, да, Саш? Ага. Клади. Заехали с Сашей. Саша починил колеса, в общем. Сейчас отправляемся дальше. После шиномонтажки мы заехали, забрали посылку. Весом она 10 килограмм. Нам пришла садовая арка виноградная. В наличии тут 1 штука. В общем, Александр и Вероника, основатели компании Unikit, письмо здесь вложили. Здесь идет паспорт на садовую арку, инструкция по сборке, комплектация, технические характеристики. В общем, все, что находится в комплектации, гарантия. Здесь, в общем, ссылочка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Очень много разных видела арок, не только их делают и для винограда, и цветами. Но здесь мы ее собирать не будем. Я покажу фото ее в собранном виде. Ну, вот здесь вот как на инструкции показано. В общем, она будет у нас перемещаться на другой участок. Я сейчас вам просто открою. Ну, я здесь уже открыла, достану и покажу вам ее. И все. А дальше вы ее увидите в собранном виде уже в другом месте. Еще раз повторюсь, на компанию Unikit, ссылочку я оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Они делают мангалы, садовые тележки и многое другое. Также они работают еще и на Wildberries. Достала я ее из упаковки, в общем, хоть и 10 килограмм, но легко достается. Хорошо упакована, цвет у нее... Так, камера. Вот такой вот у нее цвет. Вот практически они не гнутся. Прям хорошо упаковано, все хорошо доехало. Вот в комплектации тоже скотчем все болты. Но! Все болты там, шайбочки, гайки. В общем, все упаковано. Ну, я обратно сейчас ее уберу в упаковку. И она будет ждать своего часа на другом участке. Фотографии я вам покажу, как они в сборе выглядят, как на них красиво все цветет. Еще раз вам покажу, вот так будет выглядеть садовая арка. Ссылочка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Компания Unikit. Там у них очень большой выбор. Они работают и на Wildberries, и со своего сайта официального. Я очень много отзывов читала, видела разные арки, и все довольны. Особенно красиво, когда на них все цветет. Ой, так, все, упаковываю, мы собираемся сейчас уезжать. В зале у нас тут небольшой бардак, там у меня Каролина смотрела мультики, отдыхала. Ярослав здесь играл, не выключил, убежал на кухню. Каролина на автопарк стоит. В общем, сейчас я упакую, и все, и... Мы поехали дальше по делам. Прежде чем я закончу этот ролик, этот влог, я хочу поделиться с нашими зрителями, которые с нами с самого начала, которые видели весь наш переезд в Краснодарский край, с кем мы общались, с кем мы знакомились, как у нас проходила жизнь, обустройство, ну и так далее. Но не в этом суть. Когда мы купили дом, Зоя и Алексей, это бывшие владельцы дома, у кого мы купили, познакомили нас со своими друзьями, с Анатолием и Кариной. Анатолия вы часто видели в роликах. Потом, когда был такой момент, наша зрительница обратилась ко мне, ну, написала на WhatsApp, что ее дочь с детками попала в беду. Об этом я только словами рассказала, но не показывала их в роликах, конечно. Меня там поливали, что мы это все выдумали, все это придумывали, и всякие сики и тому подобное. Оказалось, что Анастасия с детками приехала покупать дом в Краснодарском крае, но там ее немного обманули, находилась она от нас на расстоянии, наверное,
ну, больше 100 километров, 150-200, я уже точно подробности не помню. Мы их приехали, забрали, с нами поехал Анатолий, потому что на одной машине мы бы не справились. Настя была с вещами и с детками. Ну, у нас еще на тот момент машина была в плохом состоянии. Старенькая. После того, как мы попали в аварию, мы там купили подержанную машину, ну, чтобы хоть какой-то был транспорт, передвижение по станице, потому что станица большая. Ну и что-то нужно было покупать, привозить и в новом месте. В общем, Анатолий нам всегда помогал, мы общались, и на протяжении, что уехали вот уже обратно сюда, в Сибирь, мы на канале об этом не рассказывали, у нас были такие планы, что мы в августе месяце приедем и с семьями, Анатолий с семьей, мы с семьей, поедем на море, на несколько недель отдохнем и вернемся обратно, ну что, школа, хочу многого всего рассказать, и... Карина нам... То есть мы накануне, вот буквально накануне разговаривали по телефону. Я, Саша, поздравляли с праздниками. И Карина нам сообщает о том, что 13 мая оборвалась жизнь Анатолия. 15 мая его похоронили. Земля ему будет пухом. И я до сих пор не могу привыкнуть, не могу осознать каждый день мысли эти в голове. Перекручивается, у нас познакомился со своей мамой, мы ездили в город Новороссийск, есть видео на канале. Когда мы уезжали в Омск, он был на сутках, мы накануне попрощались, то есть и общались только, ну, по видеосвязи, по фото, по, ну, по телефону. Никогда себя не показывала в слезах, поэтому... Всем огромное спасибо, кто писал добрые слова Анатолию, когда он нам помогал, когда выручал, когда все подсказывал, когда он был с нами в трудную минуту. Конечно, о многом на канале молчалось. Для таких людей, которые суют свой нос куда не нужно, которые всезнающие, всевидящие, слышащие, у самих черт ногу сломит, Господи, прости, как говорится... Как говорится, у себя бревна не видят, а у других соринку. В общем, Анатолий теперь на небесах спит спокойно. Причина его скоропостижного ухода, Карина сказала, кровоизлияние головного мозга. На этом я буду заканчивать ролик. Карине, терпение, сил. Это очень тяжело. Я поделилась с нашими зрителями, потому что многие до сих пор пишут, спрашивают, как Анатолий поживает, как у него дела. На этом я буду прощаться. Увидимся с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока.